Хей, йоу, гайз, с вами Шмики. Мы продолжаем проходить игру под названием Sonic Hedgehog. И мы прошли с вами, получается, стройку. Теперь у нас зона ловушек. F5. Походу это у нас... Да, у нас с вами всего лишь одна контишка. А давайте посмотрим, что будет дальше. Окей, если я вот проебал. Ничего. С самого начала. Поэтому я говорю, я дальше уровня с водой не проходил. Поэтому, ребят... Сори. Придется юзать... Придется юзать то, что дает. Зона ловушек. Быстрее механическая зона. Понимаете, здесь проблема в том, что у меня всего лишь одна контишка. Если я найду вторую контишку, будет здорово. Сорян, ребят, нужно такие места сразу проходить. Спрашивайте меня, что здесь происходит. Я сам не понимаю. Я понимаю, что я просто падаю. Пошли вы вон. Сраньки. Вы сраньки. Я из-за вас просрал. Я из-за вас... Да. Сейчас будем придумывать, что делать. Так, короче, я забыл и нажал кнопку. Не ту, которую надо. Я, короче, просто запись скипнул. Короче, давайте вот что сделаем, короче. Читики, читики. Код Konami. Влево, вправо, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вправо. О. Теперь зажимаем букву А и нажимаем старт. А, зона у нас, как вы видите, это было последний. Давайте первый акт. F5. Как вы поняли, это последний акт. А, вот в чем сложность. Окей. Как вы видите, немножко понял, как теперь здесь проходить. И это специально было сделано, чтобы пройти того же камня. Все было специально сделано. Подожди.
почему... Ладно. Просто пытаюсь об этом не думать. О, здесь другая зона с ловушками. Я понял, короче, что первая часть намного сложнее. Здесь же, вот прикиньте, как мы раньше проходили игры, ну, в смысле мы. В моем случае я дальше третьего уровня не проходил. Хотя здесь всего лишь уровней этих не так много. Как можно понять. По количествам, которое было там написано, сколько там? 4-5? Нет, 4. Там 4 уровня получается. Там получается 4 уровня. И бонусный уровень, который мы не смогли найти. Ну, скажите, это нормально. Это нихера не нормально. Меня просто здесь всего хочет убить. Не, если, конечно, играть очень осторожно, но все равно ты делаешь ошибки. Тут нету такого, что ты пройдешь с первого раза. Ну, что это за бред? Мишка, кидающийся гранатами. А то, о чем я и говорил. Монетка. Хоть одна монетка не должна быть. То есть всего лишь 4 уровня. Но, блин, знаете, все равно игра, хотя не такая уж... Хотя, подожди, какие 4? Пять? Их там 5, да, было? Или нет? Или все-таки 4? Чтоб я что-то не врубился. Вон оно что. Но эта зона просто слишком опасная. Эта зона слишком опасная. Серьезно. Хоть 5 монет пускай будет. Ладно, и так можно. Вот.
Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Ой, блядь. Вау. Мишки. Фак. Да, я сохраняюсь теперь чаще, потому что, ну... Это жопа. Первая локация. А, это вторая, подожди. Я думал, это все еще первая. С ловушками, типа. Нет, 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 нет. Ты серьезно? Он типа сейчас посмеялся и решил восстановить ту битву на воде. Он, скорее всего, не принял тот факт, что мы с вами с ним на воде так расстались и немного побили. Ой, а я про пузырьки забыл, я ж там вообще ни одного пузырька не нашел. Алло. Я думал, он не упадет вниз. А, с кольцами не страшно, мне главное, чтобы у меня эти были. Был воздух. Мне плевать. Мне нужен воздух. Да, эти все же ловушки. А, ну здесь хоть полегче. Поверхности полегче. А, нужно просто постоять, пузырьки создаются. Теперь понятно. Там ноль было.
Вы видели? Я думал, если стоять, то будут пузырики. Ну ни хера мне пузыриков не дало. Это было какое-то кидалово. А не пузырики мне. Зона схватка. А, вы помните, а тогда у нас было сколько их? 4, да? А вот, блядь, они. Ну да, у нас тогда... Тактика такая же была. Центра шарики тебе не достают. А, у меня шесть их нету. Монеток. Точняк. Я забыл то, что у меня монет нету. Ладно, буду тогда рисковать, буду сразу прыгать. Ладно. Эта схватка довольно долго. Меня заманили. Но заметьте, что появление врага здесь неоднозначное. Там где больше дырка, надо еще вставать. Интересно, можно было бы еще его раз ударить? Так, не туда. Хорошо. Окей. Еще два удара по видочному нужно. Ой, а здесь я даже не знаю, куда встать. Ой, я могу сюда просто спрятаться, да и все. Ладно. 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 Два удара. Да уж. Это 4 было. Пять.
6. Восемь. Типа я ему не дал сбежать, да? Ну да. Соник Хэджхог. Ну, что если оценивать игру? В принципе, игра 1900 какого-то там года. Она довольно очень старая. Это просто классика жанра игры Sega. Синий Ёж по имени Соник. В детстве мне почему-то казалось, что она долго, игра очень долго, особенно, кажется, Хэджхог 2, когда у нас уже помощник есть. Только не помню, как с помощью помощника летать. Я помню, что с помощью помощника как-то можно было летать. То есть, имеется в виду Фокси, ну, лис этого. Поэтому мы сейчас с вами вот что сделаем. Я зайду сюда, я сражусь снова этим челиком, и вы узнаете, что будет, если его не отпустить, так сказать. Ну чё, народ, давайте смотреть, типа, он убегает от нас. Мы его не трогаем. Он улетает. Ну, в принципе, оно ничем не отличается. Я думал, может, это две концовки. Вообще, да, ничем не отличается. Ладно. Ну, понятное дело, что если мы его догоним, то... И все. Что можно сказать об игре? Довольно олдовская игра, она довольно сложная. Именно, ну, если брать в расчет уровни, да, всего их тут сколько, 4 или 5? Ну, это... Поляна. Развалины. Игровая площадка или что-то, я не помню, казино. Стройка. И логово робота 5. У нас. Если их все вот так сравнивать, ну, типа по сложности, да? Понятно, что последнее это самое сложное. Так, давайте еще раз, подождите, на всякий случай. А, я не могу, ладно, не суть. Ну вот, допустим, вот эта локация, она довольно... однообразный, то есть здесь ничего сложного не было, только довольно босс прикольный был. Самый легкий босс это начальный, потому что его можно было убить почти сразу. Три. Ладно, логово первое место. Второе место это вот это водяной уровень, особенно с боссом. Это довольно быстрая локация, но и в тот же момент она довольно... не сложная, но она запутана в плане того, что ты можешь упасть и сдохнуть. Музыка прикольная была только в третьей части, это там, где у нас... А, не помню, что у нас там было. Ну, вы поняли, по третьей локации. Как раз вот это, типа, где игровая площадка или что там было. Я считаю, что контишек довольно мало. Хотя, знаете, контишек мало, но, скорее всего, если они по уровню еще разбросаны, если все собирать,
то мне кажется, можно запросто пройти игру. Но я снова же повторюсь, за один раз ты не пройдешь, особенно последние уровни на логово. Во, да. Мы с вами просрали, ребят, потому что у него все еще эти камни. А у нас камней этих нету. Давайте, если я сейчас посмотрю, если я найду. Да, я найду. То я вам покажу там, где собираются все камни. Ой, я вам сейчас как раз еще и этот момент покажу. Окей, так. Сколько здесь? Да. Нет, тут больше, подожди. Здесь 6. Ну, холмы. Лабиринт. Подожди, водяной уровень. А, ну да, тогда все правильно. Ну, блин, видите, как раз здесь тот момент, что нам нужно с вами собрать все кристаллы из всех уровней. То есть там нужно 60 нам монет, чтобы получить вот этот уровень с попытанием выбить алмазы. Или что это за шарики, не помню. Давайте, короче, в интернете сейчас по фасту найду, вам покажу, где этот моментик, да и все. Смотрите, я, короче, нашел. Скорее всего, да, Фризи будет. Смотрите, это у нас получается плохая концовка. В плане, как и у нас было, да, то есть мы пришли и ничего не произошло. Сейчас собаку пойду ударю. И вот, получается, True Again попытается снова, то есть работник все-таки с этими кристаллами, а нам нужно их отбить. Что будет, если, допустим, собрать все кристаллы, да, вот нам как раз сейчас покажет. Блин, у него еще заглаженная версия, то есть без квадратиков. То есть почти то же самое, только немножко иной результат, как я понимаю. У Соника эти кристаллы. И мир немного изменился. Там какие-то цветы появились и все такое. И работник в конце просто злой. И это, как я понял, true концовка. То есть туда есть концовки и хорошая, и плохая. Поэтому, ребят, как-то так мы прошли с вами игру. Ну, на плохую концовку, конечно, так вышло. Поэтому Sonic Mania мы тоже прошли на плохую концовку. В плане того, что мы не собрали все кристаллы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.